закончил. Мы, конечно, помним, что с днем рождения заранее поздравлять нельзя, но у нас тут есть фан номер один, Декс. У него скоро, через два дня буквально, день рождения. И, в общем, хотя мы его не поздравляем, но респект тебе, и мы надеемся, что праздновать его ты будешь не в Макдональдсе. Мы заодно привет Евгению Мирякову, автору этой замечательной композиции. Что? Oh, no.
Второй батарей.